Где мои коллеги по цику? Я смотрю, надо немножко... На часах меняется. Алексей, ты назвал столько? Ты назвал столько? Да. На всякий случай. Давай еще. Сюда вот там, дальше. Где? Сто. Передать находящимся памятку. Точка. Вот здесь вот надо поставить точку. Потому что как только будет передан руководству, это другому ведомству материальный запас передается. Меня это не должно волновать. Ваши же контрольщики придут и скажут: ага, передаем денежные средства одного ведомства другому. Вот просто вот здесь. И я 100 штук отдаю. Добрый день, дорогие коллеги в регионах, уважаемые присутствующие, все, кто здесь сегодня присутствует. Начинаем наше очередное заседание. Как всегда, я сначала вас проинформирую, что у нас происходит на сей момент. Владимир Владимирович Путин отказался от дальнейшего участия в выборах. Доведите, пожалуйста, до всех это, потому что это чревато большими неприятностями, мало скажу. Человек будет освобожден. Пожалуйста, доведите это до всех. Я прошу прощения, но это очень важно. Очень важно. Мы стараемся быть корректными. Мы стараемся точно давать информацию. Я благодарю всех за внимание. Завершаем сегодняшнее заседание. Да, все, Александр, спасибо как всем. Мы, да.